Радий представити наших ранкових гостей, голову управління Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області Сергій Кущ та інструктор з акватлону Марію Зайченко. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Доброго. І так, в першу чергу, мої привітання вам, тому що тільки повернулися, я так розумію, до України та до Миколаєва з перемогами. Україна взяла участь у цьому році в Кубку світу з акватлону. В першу чергу, хто представляв Україну, честь України, тому що я знаю, що це і миколаївці, і ще й з Києва були спортсмени. Значит, ну, по акватлону я передаю честь тому, кто представлял честь Украины, Марии Зайченко. Она одна из тех, кто представлял. Она расскажет более подробно, кто представлял. Значит, из Николаева представляли Украину 6 спортсменов, 4 из которых ученики школ. Также из Киева представляли честь Украины два человека, да. Один ученик школы и студентка. Тобто, як бачимо, віковий діапазон і, відповідно, це якраз учні і студенти. Це якось збірна, як формувалася ця збірна? Якісь попередні були змагання українського рівня, всеукраїнського? Чи як взагалі цей процес відбувався, як відібрали цю збірну? Ну, кубок мира, это получается клубные соревнования, поэтому это отбор был те лучшие, которые были занимались серьезно, плюс получается все-таки проходило за территорию Украины и выезд туда тоже связан с определенными трудностями, поэтому это были лучшие те, которые занимаются уже не первый год, которые показывают хорошие результаты, которые ну, как бы добились права участвовать на Кубке мира. Николаевские спортсмены, отбор проходил среди николаевские команды, потому что мы представляли именно Николаевскую федерацию на Кубке мира. То есть мы представляли отдельно Украину в целом, но также мы представляли все, ну скажем так, все страны, которые были, конкретно знали, что это команда и Николаевской области. Круто. Да. Ну, как-то кажут, миколаївці б'ють рекорды всюди. Теперь нас, как-то кажут, знают уже из цього виду спорта також у світі. Попередньо, а чи були такі аналогічні змагання, чи миколаївці брали участь, чи це вперше? Нет, мы с 2013 года, ну, скажем так, с самого начала акватлона Украина представляет команды на международных соревнованиях. Николаев включился в эту игру в 2013 году. И с 2013 года мы не пропускаем ни одного соревнования международного. Мы постоянно, как бы это ни было тяжело или там, сложно, мы, получается, всегда делегируем своих спортсменов на международные соревнования. Якщо ми говоримо про миколаївських учасників, взагалі про миколаївських спортсменів, де вони проходять, на якій базі підготовку і з якого віку взагалі можна розпочати займатися цим видом спорту? Значит, спортсмены проходят подготовку, у нас просто замечательные условия, мы, ну скажем, одни из лучших условий в Украине, это СКПБ «Водолей», для нас получается и вода удобная, и глубины позволяют, возраст у нас, Мария, это тренер, она тренирует детей, получается, она как бы может сказать, с какого возраста, как проходит. Вот, да, вот с какого возраста, скажем так, для тех, кто, возможно, заинтересуется, да, потому что вот я лично про акватлон начал слышать, наверное, с прошлого года. Как-то не настолько это еще популярный вид спорта, скажем так, не такой массовый, да, там как футбол, баскетбол и так далее. С какого возраста можно заниматься и, соответственно, куда идти, к кому обращаться, где записываться? Акватлоном могут заниматься и мальчики, и девочки, начиная с 6 лет. То есть мы можем и научить плавать, и научить нырять, и плавать. То есть можно приходить, даже не умея еще плавать? Конечно. Некоторые дети приходят уже в более взрослом возрасте, не умеющие плавать. Если хочется записаться на акватлон, то, конечно же, нужно приходить в «Водолей», и искать... Это основная тренировочная база, скажем так. Да, это бассейновая дисциплина. Получается, хочу добавить то, что получается дети откуда знают акватлон и важность прикладного значения акватлона, почему узнали об акватлоне и очень активно занимаемся. Это акватлон прикладное значение, это безопасность на воде. То есть, по сути, если разобраться, подводный борец – это готовый спасатель.
который умеет себя вести в воде, который, получается, знает, как себя вести, знает, как увернуться от захвата, mm-hmm. знает, как захватить. И, получается, он хорошо дышит, он подготовлен к поведению под водой, к экстремальной ситуации. Теперь мы знаем, где готовят рятувальники в Малибу, в Миколаеве. Да, и это, кстати, достаточно серьезно. Один из спортсменов, который участвовал в Кубке мира, это проведные... Этот ведущий специалист отдела коммуникации ДСНС Миколаевской области. Круто. То есть плотное сотрудничество с ДСНС показывает очень хорошие результаты. И, скажем так, и управление довольно, и очень много друзей там, и очень плодотворное сотрудничество у нас с управлением. До речі, є іще соціальний проект, спільно організований з вашими спільними зусиллями. Що це за проект? Это проект «Безопасность на воде», mm-hmm. так и называется. Умение себя повести именно в создавшейся экстремальной ситуации. Чем отличается социальный проект? Ну, кардинально отличается mm-hmm. от правил, которые, ну, они вытекают из правил поведения на воде. Правила mm-hmm. поведения на воде учат не нарушать их. Мы же учим действовать, если уже ситуация возникла. Потому что фактически многие люди, анализируя ситуацию, попадая в ситуацию в экстремальную, угу. не нарушают правила. Рядом что-то происходит, кто-то рядом нарушил, а человек попадает в эту экстремальную ситуацию уже как свидетель или, получается, как, грубо говоря, соучастник. Угу. И вот именно как человек, который попал туда нехотя, он должен все равно отреагировать, он должен защитить свою жизнь. И получается, навыки, приобретенные в акватлоне у спортсмена, мы очень с хорошими, скажем так, показателями передаем и детям, и взрослым. Ну и результат показывает очень хороший, то есть очень довольны школы, получается, довольны дети, довольны управление, получается, тоже очень довольны взаимодействием. Причем это взаимодействие идет не только в рамках Николаева, и также Украины. Одесса, Харьков, Днепропетровск, то есть они все наши, скажем так, коллеги, они участвуют в этом проекте, очень, скажем, достойная вид спорта, который имеет mm-hmm. очень большую, еще раз повторяю, прикладное значение. Это и спасение на воде спасателя, и подготовка военных, потому что военные диверсанты, майские, это наша зона, получается, морская зона, это спасатели на летних лагерях, это для студентов пловцы-спасатели. И можно перечислять и дальше, то есть умение адекватно себя вести в экстремальной ситуации. Это тоже психологическая устойчивость, именно воспитывает очень сильную, ну, дети находятся под водой, mm-hmm. это экстремальная ситуация, и они учатся вести себя спокойно в экстремальной ситуации. Поэтому, ну, понятно. Окрім спортивної, одним словом, підготовки, ще отримують практичні знання, які можна використовувати потім з цілею працевлаштування. Да. Ми, якщо говоримо про вікові групи, так, ми сказали, що можна з 6 років вже займатися. Зараз групи які? Це в основному учні і студенти, чи є і дорослі, скажімо так, спортсмени? У нас Мария занимается, получается, у нее младшая группа есть, это с 6 и до 10. До 10. От 10 и до 18 старшая uh-huh. группа. Также у нас, получается, в федерации проводится еще обучение дайвингу. Uh-huh. Кстати, могу сказать, что о дальнейшем трудоустройстве у нас наши воспитанники уже благополучно идут работать в ДСНС. И также как бы из ДСНС приходят люди, взрослые, абсолютно взрослые, занимаются акватлотом, показывают результаты, которые до этого они уже пришли к нам взрослым. То есть вот Артем, который пришел, Артем Ваген, получается, как мы говорим, он пришел к нам именно уже работая, угу. начал заниматься взрослым. Это такое не поздно. Да, да, потому что фактически, получается, спорт достаточно такой эксклюзивный, у него очень много потенциалов, угу. очень много и люди, которые занимались где-то когда-то и которые готовы жить активно. Інтересно, тобто у нас скучно не буває. Я пропоную зараз ще поговорити все ж таки в персоналіях про те, хто представляв Україну і відповідно, який результат цієї поїздки, тому що золота привезли чимало. Значить, якщо конкретно по людям, Марія Зайченко, студентка інституту нашого Києво-Могилянської академії, перше місце. В своем весе и возрасте угу. первое место. Артем Вагин в своем весе и возрасте первое место. Воспитанники, ну, Мария скажет, своих воспитанников угу. она знает, где какие школы.
Значит, из учеников школ Панишев Кирилл, к сожалению, занял 4-е место. Он ученик 40-й школы Корабельного района. Также Шиншиутский Вячеслав занял 3-е место в категории 2005-2006 года. Кроме этого, Бирюков Артем, ученик 54-й школы, занял 3-е место. Возраст скажи. Это самый маленький наш участник Кубка мира, ему 10 лет. Круто. Да. И Бублик Максим занял также 3-е место. Ось так, щоб, як то кажуть, миколаївці знали своїх героїв, ми їх почули, але пропоную зараз переглянути ще декілька кадрів відео. Я так розумію, що це з цих змагань, які були. Ну і, звичайно, що від вас хотілося б декілька слів коментарів. Що, скажімо так, представляє, по суті, цей спорт, ось, якщо вже бачите, що роблять, яка поєдинок відбувається, виходить, повністю під водою, також на водою, але професіональні плавці проводять поєдинок в основному під водою. Задача з ноги противника зняти лент, цветную. Победа присуждается тому, чья лента первая покажется на поверхности воды. Сложность спорта заключается в том, что это невесомость. Нужно, ну, сила тяжести здесь отсутствует, и получается нужно совсем другие задачи. Ну и легкие мають бути натренованы. Легкие, получается, должны быть очень натренированы. Движения должны быть очень отточены, и каждое движение, которое... Здесь очень безопасный вид спорта, потому что запрещены удары, запрещены толчки удушающие, поэтому фактически спорт, вместе с тем, как все считают, очень экстремальным, очень нетравматичный. Поэтому, скажем, сложность еще в том, что противники встречаются лицом к лицу, и лента находится на крайней точке. То есть нужно не отдать свою ленту, при этом обойти соперника, забрать чужую. То есть вот это и есть навык захватов. Зробити те, що противник від тебе не хоче робити. Ось так, друзі. Ну, насправді, спорт, як то кажуть, будь-який розвиває, в даному випадку ще й найменш травматичний. Тому, якщо зацікавило, долучайтеся також. З 6 років у вашої дитини є можливість уже займатися. Якщо мрієте навчитися плавати або займатися професійним дайвінгом, ось ці люди, які навчають 100% цій справі. Да, приглашаємо всіх желаючих, виходить, заниматься акватлоном. Очень найти нас очень легко. В любом, скажем так, интернет набиваете акватлон Николаев, однозначно появимся мы, получается. Даже если вы выйдете на контакты другого города, все равно мы знаем. Поэтому будем рады вас видеть. Возрасты абсолютно все. Если у кого-то есть, ну, немножко как бы в качестве рекламы, к нам приходят дети, которые даже имеют проблемы с дыхательной системой, через какое-то время они это без медикаментоза, то есть абсолютно на тренировках показывают достаточно хорошие результаты, и здоровье поднимается на уровень. Наиболее мотивация. Да, спорт получается, он всегда, вода, спорт. Плюс желання, воно робить чудеса. Ну що, я вам ще раз дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Ще раз з перемогами, так і тримати, тому що приємно, що не лише Україну представляли, але ще й Миколаїв.